В рамках выставки ярмарки запланирован целый комплекс мероприятий, которые могут и должны посодействовать выбору здорового образа жизни. В их числе диагностические исследования, консультации специалистов, лекции, презентации, мастер-классы, экспозиции товаров и услуг, спортивные старты, информационно-образовательные программы. Организаторы уверены, каждый гость сможет найти для себя что-то полезное и интересное. Как практика показывает, все, кто бывает на такой выставке, выносят максимум полезного для себя и остаются довольными и меняют свои отношения, свое мировоззрение, отношение к здоровью, желание появляется больше заниматься здоровым образом жизни. Ну что больше надо желать, да? Конечно же, здоровье прежде всего. В этом году на выставке специальная площадка будет создана для детей и подростков. Представители подрастающего поколения смогут задать интересующие вопросы специалистам из различных сфер и отраслей жизнедеятельности. Дети смогут пообщаться со специалистами и организацией здравоохранения, и образования, и управления внутренних дел, и общественных организаций, это БРСМ, Общество Красного Креста, это Экодом, и это учреждения, организации физкультуры и спорта, которые предоставят максимум информации для детей, как быть здоровым, какой следует шаг сделать в сторону здорового образа жизни. Впрочем, с пользой провести время сможет не только молодежь. Участие в выставке примут более сотни предприятий и организаций. Не только брестских и белорусских ожидается приезд экспонентов из-за рубежа. Также в рамках форума подведут итоги областного конкурса «Здоровая семья». С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Акцентируем, ярмарка «Содействие здоровому образу жизни 2016 откроется в областном центре 22 сентября и будет ждать гостей на протяжении 3 дней по 24 число включительно.